Как малое вырастает из великого, так и детский буфестик вырос из взрослого буфеста. Несмотря на капризы погоды, в минувшую субботу на театральной площади областного центра развернулся детский вариант полюбившегося всем букинистического торжества. На улице лавки с сувенирами, тут и глазастые вязаные зайцы, Барби в народных костюмах и другие рукодельные игрушки. Настоящее путешествие в волшебный мир книг ждало гостей внутри областного театра драмы. Если большой буфест – это действо по развитию знания, куда родителям, побывав, хочется привести своих детей, чтобы они больше знали и больше читали, а детский буфестик работает наоборот. Сюда интересно за руку притащить родителей с тем, чтобы они здесь погуляли, но и тоже нашли для себя немало интересного, ну, как, собственно, делаю сегодня я. От этих детских книг не оторвать даже взрослых. Рассказы и повести, сказки, фантастика и познавательная литература. Главный персонаж буфестика этого года – волшебник изумрудного города. Сказочный цикл из 6 книг продолжил писатель Юрий Кузнецов. Также, кроме произведений Александра Волкова, на витрине были и его произведения. Толчком послужило то, что дочка у меня, когда прочла все книжки, она захотела узнать, что там будет дальше. Я написал, что будет дальше, показал Владимирск. Я волшебную страну расширил, подземелье расширил до Вселенной. И у меня даже цикл вот называется «Лабиринты волшебного мира». То есть это целый волшебный мир, где есть место и героям Волкова, и есть место другим героям, моим собственным. В течение 2 фестивальных дней проходили мастер-классы и лекции о том, как приобщить детей к чтению. Гости участвовали в литературных квестах. А вот взрослый книжный фестиваль «Буфест» по планам состоится уже в сентябре. Екатерина Степанова, Арсений Хуторской, Татьяна Гордеева, Станислав Трегубов. Губерния 33.